Обоянский район столетия назад, каким он был и чем мог удивить. В те далекие времена там проживало более 83 тысяч человек. Уезд был самым густонаселенным в Курской губернии. Интересные факты представлены на выставке, которая открылась в Госархиве области. Исторические документы конца 18-го, начала 20 веков. В них как в зеркале жизнь той эпохи. Труженики, учителя, врачи, военные, предприниматели – все они настоящее богатство, и некоторые из них оставили значительный след в истории города Обояни и России в целом. Эта выставка не первая в Госархиве. Ранее посетители могли познакомиться с историей Суджи и Рыльска.